Многие люди знают, что ширк или многобожие является величайшим заблуждением, но вовсе не задумываются о том, что и они могут иметь к нему какое-либо отношение. Ведь многобожниками принято считать только те народы древности, которые поклонялись каменным или деревянным тотемам, символизирующим богов. Во все времена существовали люди, которые предавались ереси многобожия, возводили равных Всевышнему Аллаху, создавали себе идолов и кумиров, поклонялись им. Однако понятие ширка не ограничивается поклонением лишь деревянным идолам или тотемам. Вопреки бытующим представлениям, ширк имеет очень широкое распространение во многих современных обществах. Суть ширка заключена в том, что человек предпочитает Богу кого-либо или что-либо. К примеру, стремится завоевать любовь и почитание кого-либо из людей, испытывает трепетный страх и благоговение перед кем или чем-либо, тогда как должно трепетать только лишь от страха перед гневом Господа, или любит кого-либо и ценит в мирской жизни кого-либо более, чем Всевышнего Творца. Но Аллах в Коране сообщает людям, что не принесут им никакой пользы все те, кого они возводят в равные Аллаху. Ищу спасение у Аллаха от сатаны. Вы поклоняетесь помимо Аллаха идолам и измышляете ложь. Воистину, те, кому вы поклоняетесь наравне с Аллахом, не властны даровать вам пропитание. Так ищите же пропитание у Аллаха, поклоняйтесь Ему и будьте Ему благодарны. К Нему вы будете возвращены.